Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Диман. Я начинаю снимать открытие кейсов в CSGO. Погнали! Сегодня у нас опять будет русская солянка. Вот, авангардик, операция подрыв, феникс и охотничий. Начнем. И хромированный, конечно же. Вот они, хромирки. Начнем, пожалуй. Давайте с этих, с охотничьих, они самые сладкие у нас. Давай, пусть повезет. Габен. Габен не дал спираль. Отлично. Спираль немного поношенная. Не очень хорошо. Так. Открываем еще один. Вулканчик. Выпадает еще одна спираль. Ё-моё. Вторая спираль. Не очень хорошо. Может, авангард? Василиск, твоя дивизия пролетела. Дротик. Опять дротик. Как его не люблю, ненавижу. Ну ладно. Охотничий. Давай, ну выпади хоть что-нибудь нормальное. Ну. Ё-моё. Не говорите, что как в тот раз. В тот раз ужасно было. Все было ужасно. Ой. Прямо с завода. Могло бы быть и хуже. Могло бы быть и хуже. Ну да. Конечно. И осталось 6 кейсов. Ну, хоть чуть нормальный выпадил. Гейб, давай. Давай, Гейб. Да ты чё, Гейб? Айзек. Жизнь боль. Жизнь покажется болью. Если у тебя Айзек. Хорошо. Подрыв. Чё-то вообще-то всё синее, блин. Ужасное открытие. Очень ужасное открытие. Так не пойдет. Давай, Габен, хоть что-то нормальное. Хоть что-нибудь. Ну ты издеваешься, Габен. Этим только жопу подтирать. Отлично. Просто отлично. Вот он. После полевых испытаний. Ладно. Начинаем жить. Ну давайте хромированное откроем, что ли. Выпадай что-нибудь. За хранение моих денег. Ну конечно же. Конечно же, за хранение. Прямо с завода. Отлично. Это такая шутка. Шутка. Нет, я выберу аук. What is you do it? Сержант. Ну хотя бы сержант. Меня это уже радует. Сержант. Убитый в боях, да. Да уж. Может, еще раз так сделать? А, нельзя. Ну, последнее.
Короче, ребят, сегодня что-то не фартит. Вообще что-то. Фуфел. Просто фуфел. Ну ладно. Мы на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых.